Всем привет! В этот раз я буду делать папку для бумаг. Папка будет у меня на ремне. И в эту папку будут помещаться листы бумаги формата А4. На разработку этой папки у меня ушло около 4 дней. И больше времени затратила именно разработка дизайна. То есть я здесь пробовал различные варианты. Сначала я делал клапан. То есть смотрел, какой клапан наиболее будет красиво здесь выглядеть. Также рассчитывал пропорции папки. Пробовал вот такие вот дизайны. То есть хотел здесь шестигранники применить. Итоговый результат клапана и самой сумки я решил сделать вот такой. Thank you.
Итак, папка портфель уже готова, выглядит с лицевой стороны, она вот таким вот образом. Покажу также с обратной стороны. В принципе, конструкция у этой папки довольно-таки простая, но на нее времени у меня ушло много, просто даже потому, что здесь много швов, также краев много обрабатывать, то есть само изделие по себе слишком большое. Изнутри смотрится она вот таким образом, здесь просто один карман и клапан застегивается на магниты. По ремню. Здесь ремень я решил сделать кожаный. Кстати, ремень прошивал не я, ремень прошивала моя жена. Также она его обрабатывала, делала. И, в общем, скажу, для первого раза вообще очень круто, очень качественно сделано. Здесь я сделал регулировочную рамку. Ну, я думаю, многие понимают, как это делается. Все по стандарту. И посадил сам ремень на полукольца. Полукольца здесь идут в форме буковки D, то есть D-образные кольца. Вот здесь вот расстояние у меня составляет 32-33 мм. То есть здесь это чертеж. Вот эти петли сделаны именно под полукольца с расстоянием 32 мм. Можно, конечно, взять прямоугольные, не столь сильно важно. Здесь я сделал вот такой дополнительно тренчик, можно его так назвать. И я, кстати, давно уже использую, просто потому что они реально удобные. Если без него, то ремень начинает вот таким образом в кольцо проваливаться, что крайне бывает напрягает. И плюс, если ремень регулируется и он толстый, например, из кожи, при перерегулировке он начинает вот так вот топорщиться. Тоже не очень хорошо, поэтому я стал использовать вот такие вот хлястики. То есть просто хлястик помещаю здесь на место, застегнул, вот таким образом оттянул, и ремень уже не проваливается, не топорщится, все красиво и удобно. И, кстати, он еще и как-то украшает изделие, что ли. По самому размеру этой папки. Дело в том, что сделал я ее с запасом. Если взять листок формата А4 и посмотреть, насколько отличается размер, то видно, что запас довольно-таки существенный. Для чего это сделал? Дело в том, что у меня есть много вот таких пластиковых папок, в которых я храню различные документы, в том числе чертежи. На чертежах, кстати, я покажу пример сейчас. И вот, ввиду того, что эти папки, они тоже идут с определенным запасом под формат А4, чтобы можно было их сюда легко помещать, в эту папку, я как раз этот запас и реализовал, сделал. И, соответственно, из-за этого запаса сюда реально легко поместить эти документы, нигде ничего не упирается, и все это легко достается также. Кстати, можно вот эту папку портфель также использовать и для ноутбука. Ну, конечно, нужно посмотреть по ноутбуку, влезет он сюда или нет, но в принципе это возможно. Выкройку на данную папку портфель я оставлю в описании под видео, можно там будет ее даже откорректировать под себя. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До следующего видео и до свидания.